Привет, друзья! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Людмила Борщ, и вы смотрите мой кулинарный канал «Вкусный рецепт». Мои подписчики просят, чтобы я приготовила вкусный и быстрый ужин с рисом. Сегодня делюсь с вами рецептиком простейшего ужина для всей семьи. Главное, получается очень много и сытно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые и точные рецепты. А мы начинаем готовить. Берем куриные бедра и отправляем в миску. Я взяла 6 штучек. Добавляем соль, 1-2 чайные ложки. И здесь у меня специи. Это чеснок сушеный, куркума, перец. Добавляйте все, что вы любите. Обязательно добавим растительное масло. И вот так хорошо перемешаем. Если есть время, то накройте пищевой пленкой и пускай маринуется хотя бы 15-20 минут. А пока подготовим остальные ингредиенты. Я беру 2 луковицы. Каждая примерно по 160 граммов. 1 морковь нарежем тонкой соломкой. Делала, кстати, друзья, с тертой морковкой, но блюдо получается не такое красивое. Рекомендую именно нарезать соломкой. На горячую сковородку наливаем растительное масло. Жарим лучок до легка золотистого цвета. Добавляем морковь, солим, жарим 3-4 минуты на среднем огне. Теперь нужно обжарить мясо. Можно, конечно, не обжаривать, но жареное с корочкой будет намного вкуснее. Жарим с каждой стороны до золотистой корочки. Посмотрите, какое мясо получилось! Это просто великолепно! Напоминает шашлык, а запах просто непередаваемый. Теперь рис. Нам понадобится 1,5 стакана. Его нужно хорошо промыть под проточной водой. Теперь берем подходящую форму, выкладываем наш промытый хорошо рис, затем овощи выкладываем. И заливаем водой 3 стакана. Хорошо перемешиваем. А сверху выкладываем наше вкусненькое мяско. Отправляем теперь в духовочку, разогретую до 200 градусов, примерно на 50-55 минут. Ну что, друзья, смело могу сказать, что это блюдо станет вашим любимчиком. И вы точно его будете готовить очень-очень часто. Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения, до новых встреч и скоро увидимся. Пока-пока!